Думаю, що і розряджений, походу. Ага. От в Шевіке такой ідіотизм, короче, ключ от є, а вообще у нього смарт-кей. Блін. Ну і самое печальное, що він розряджений, короче. В общем, я не стал рисковать и нашел ближайшую зарядку, чтобы все-таки добить немножечко, да и проверить, работает ли скоростная зарядка. 15 минут мне до ближайшей зарядной станции EVGO. Так, у меня сейчас 36 майлов, минимально 33. Посмотрим, что она из себя представляет. Да, ну CCS-ик у них такой. Ну, не самый красивый, скажем так, но главное, чтобы работал. Я очень на него надеюсь. Ага. Ну, в общем, короче, тут такая ситуация, что я до него не дотягиваюсь. И как мне это сделать, пока что вопрос. Так, буду переезжать. Так, в общем, мой квест продолжается. Я, в общем, перепарковался так немножко. Теперь... Берем приложуху. Не зарядил ничего. В общем, придется ехать к другой зарядке. Похоже, жду, но ничего не происходит. Осталось у меня 13 майлов. Зарядка пошла. Короче, реальная печалька, потому что они закрываются в 7 вечера. И, в общем, придется мне искать другую зарядочку. Но немножко я дозаряжусь, чтобы дотянуть до другой зарядочки. Короче, квест еще тот. И вот тут есть зарядка Charge Point, у меня на нее очень большие надежды. Она мне пишет, что машина до 11 часов вечера будет заряжаться. Ну ладно, что ж, будем заряжать. А что? Домашний Siemens. Жаль, что у меня нет своей зарядочки, так бы сейчас 6,6 киловаттиков бы подзарядились. Ну, в общем, 3,3 киловатта бросаю тут машину, пойду погуляю. Фух, 6:22 утра, машина полностью заряжена, потому что без полного заряда не удалось бы мне, ну и не удастся никуда продвинуться. В общем, вот такого Siemens домашненького. Но мне, в принципе, 66 до единственной зарядки, которая в каком-то гольф-клубе, которая между городами. И, в принципе, если там, ну, помучаться, то можно дотянуть, по идее, до одной, которая не факт, что работает. В общем, буду пытаться. Но у нас вообще ни одного нет зарядного устройства, которое имеет CCS. Тип 1. Кнопочка старт. Окей. А 77 майлов. В общем, 11:26 до конца мы не ждем, вот от этой зарядочки удалось зарядиться. В общем, нашел я зарядочку, и она работает. Вот. Еще одну по пути. Это моя последняя зарядка. Ну,
Многим не нравится, как у нас это сделано. Ну вот, 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 вот это что такое? Ну вот как это просто понимать? Мало того, что они эту историю содрали, да, у нас, но содрали по-рагульному. То есть ты открываешь и упираешься все время. А, неужели нельзя было ее просто сделать, как у нас, повыше, что ли? Ну такое себе, очень, очень такое себе решение. Вот, сейчас заряжается машинка у меня. Еще в этом квесте у меня осталось даже 21 майл, и в этом квесте мне предстоит еще сделать где-то 40 майлов. Подведя итоги данной истории, все это путешествие заняло около 21 часа. Ни один скоростной чарджер так меня не зарядил. И в принципе могу точно сказать, что ни одна платная зарядка по пути не работала. Сколько я потратил за поездку на зарядку? Ноль. Но заряжался я на всяких там костыльных зарядках, на дилерских, где-то еще. Но это не то. Хотелось заряжаться на скоростных зарядках. На гибридной плагинной машине я потратил $15, чтобы это сделать. Кроме этого, я потратил на еду и воду около $50. То есть, если бы я заряжался даже по 35 центов за киловатт, а это больше 10 гривен киловатт, да? А, то я готов был их платить. Там и 37, и 38 было, и было и 52 за киловатт некоторые станции скоростные. Но они не работали. Не работали категорически. Я звонил на горячие линии. Они говорили, да, у нас сейчас проблемы с CCS-ом. И, в принципе, на плагшере эти же отзывы показывают эту ситуацию. Что могу точно сказать, что для Америки между городами никакие автомобили, включая Теслы, которые быстро очень разряжаются, если они не подключены к системе суперчарджера, у вас на пути их нет, а их чаще всего может не быть, если вот в моем путешествии не совпало бы, да, мне суперчарджера, точно не годится путешествие между городами ни в Украине, ни в Америке. По городу теоретически возможно, но процент зарядок очень большой не работает. Коммерческие почти все не работают. Пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете. Хотите ли вы такой же квест, чтобы я выполнил в Украине? Возможно, не так все хорошо, потому что я меряю все по Харькову. Возможно, не так все хорошо, как мне кажется. Спасибо всем тем, кто наблюдал. Напишите свой комментарий, что вы об этом думаете и какие-то хорошие идеи.